Юбилейный 400-летний год подходит к завершению. Все творческие коллективы Люберец собрались в Дворце культуры для подведения итогов. Участники рассказали о достижениях нашей съемочной группы. Я считаю, что городскому округу повезло, что на этой сцене выступают такие таланты, которые с уверенностью могут нести гордое имя Люберец не только на территории Московской области, Российской Федерации, но и на территории всего мира. То есть, ну, только одна благодарность им за это. Для образцового хореографического ансамбля «Карусель» 2023 год стал ярким на события. Коллектив народного танца существует на территории Люберец больше 40 лет. Недавно принял участие в международном фестивале-конкурсе в Дубае. Артисты вышли в финал и получили высшую награду «Гран-при». За этот год мы съездили в Дубай и заняли там «Гран-при». Мои эмоции были вау-шные. Мне очень сильно понравилось. Было интересно. Очень большая сцена. Все красиво. В этом году творческие коллективы завоевали 172 золотые, 101 серебряную и 120 бронзовых медалей. Более 40 гран-при выиграли ведущие ансамбли округа. Поздравил художественных руководителей и детей глава городского округа Владимир Волков. Эти события, эти концерты, вот этот высокий уровень стандарта культуры, он повышается. И то, что он находится на очень высоком уровне у нас, нам, конечно, всем, мне как жителю, в первую очередь, Люберца, очень приятно. Конечно же, хочется пожелать только творческих успехов, чтобы в дальнейшем все коллективы себя также красиво представляли, участвовали во всех конкурсах. Творческие коллективы «Люберец» посещают почти 8 тысяч детей. А в юбилейный год званием заслуженного работника культуры Московской области удостоили 3 педагогов. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.